А у нас сегодня мото-дети. Детям дорогу в будущее. Настенька, здравствуйте. Приветствуем вас на мото-зиме 2016. Как настроение? Скажите, пожалуйста, это замечательная ниша, детка, мотоцикл. Расскажите о вас, с чем вы к нам сегодня приехали? Мото-дети – это проект пропаганды ПДД, это проект методических разработок по пропаганде ПДД, по мотокроссу для детей. То есть это комплексное развитие ребенка именно в среде водителей, мото-среде. Ведь каждый из нас рано или поздно становится полноценным участником дорожного движения. И данный проект нацелен именно на то, чтобы дети пришли к этому не с пустыми знаниями, а с полноценными знаниями о дороге. То есть это безопасность детей, безопасность ребенка. Пожалуйста, а как давно вам пришла в голову эта идея, как давно существуют мото-дети? Весной мото-детям исполнится 5 лет. Вас поздравляю с юбилеем. А вы в Москве, в России, где вы базируетесь в основном? У нас есть региональные проекты. Это Липецк, это город Гай. Есть проекты, которые мы выезжаем очень много. Мы были в этом году в Казани, в Нижнем. То есть, в принципе, мы стараемся охватить всю Россию. Но, конечно, основное – это город Москва, это московские школы, московские дома творчества, спортивные центры, праздники. Спасибо. И много таких замечательных деток. У нас нет как таковой учеников. Мы именно приезжаем с большим красивым праздником, с детям в учебное учреждение, на праздники. И стараемся в короткие лекции дать детям основы, то есть заинтересовать их. Мы не занимаемся обучением, мы занимаемся именно пропагандой. Обучением мы занимаемся именно на уровне мотокросса, то есть с нашими партнерами, которые преподают практику вообще. Спасибо вам большое, желаю вам хорошей выставки. Детей будет много, сегодня самый горячий день, сегодня суббота. Ожидайте посетителей, радуйтесь. Спасибо вам большое.